Алло! Ай! Не сидите как бараны, изолируйте детишек малолетних от экранов. Им еще рано. Мы вам, болваны, растолкуем все как есть и советую присесть. Базар назрел. Конкретный базар! Достали вы все опускать хазар. Облом шалом! И на злобу дня мечет бисер перед вами жидовнее. Ну че, славные православные, нервные правоверные, католики, протестанты, атеисты, адвентисты, сектанты, сунниты, шииты. Просто антисемит! Ваша взяла наша карта бита. Мы сдаемся и тупо признаемся, что мы на всей земле вообще во все дела суемся. И мы реально потеряли последний стыд. Заявляю официально, сионистский заговор раскрыт. Простая загадка, дамы и господа, куда подевалась из крана вода? А кто режет на фарш христианских младенцев? А кто видом своим провоцировал немцев? А кто, как вы думаете, виноваты в существовании расцвете Соединенных Штатов? И если не в теме какая-то гопота, то мы это те, кто распял Христа. Мы то, в это он. Это вражеский Сион, это великий бандит, это коины ревизы. Мадельсон, это он, это вражеский Сион, это великий бандит, это коины. Теперь мы расскажем тебе про другое. Мы покажем тебе, почему ты гой. Ой. Почему ты пьянь, рвань и нищеброд. А я вот, ты глянь, избранный народ. Тут все очень просто, следите за руками. Опа. Всех вас Ваня рожает дураками. А нас несут бабы шибко уникальные. Поэтому и мы все жутко гениальны. Да вот только покинем мамину матку, сразу хвать за книжку, ручку и тетрадку. Еще не обрезана пуповина, а он уже тянется к пене, скотина. Но с детства еврея любимая страсть, это, конечно, пристрастие к полновластию. И водку мы русских заставили пить, чтоб русскую землю дешевле купить. Мадельсон, это он, это вражеский Сион, это великий бандит, это коины ревизы. Мадельсон, это он, это вражеский Сион, это великий бандит, это коины. Пару слов Беспонтов. Тем несчастным странам, которые по глупости достались мусульманам. Ох. У которых есть любимый на всю голову Аллах. Кроме них самих и даром никому не нужный нах. И Махмуды, и Ахмеды. Те, кто делает намаз. Вы же в курсе, что евреи появились раньше вас. И еврея мысль греет, как Давидова звезда. Что ислам пришел надолго, а евреи навсегда. И тут арабы такие, мол, как вы могли занять кусок исконно арабской земли. А мы такие, идите в же на ПМЖ. Корана еще не было, мы тут строили уже. С тех пор вы нам всем и желаете смерти. Но вам же без нас будет хуже, поверьте. Давай, пацаватый, скажи, не лажай. Тоже будет виноватый, если вдруг не урожай. Ты же дико верный, правоверный, наверное. Примерно 5 раз молишься, верно? И еврея с удовольствием ты можешь расстрелять. А все равно сидишь в сарае, как закончено. Стоять! Ставлю точку на строчке этой. Мы сионисты, владеем планетой. Озвучавшая тема порвала зал. Почему? Потому что еврей так сказал. Мадельсон, это он. Это вражеский Сион. А во избежание всяких споров сообщаем, этот клип заказал скрытый жид Киркоров. Бедросович Филипп.